Пансионат «Фрегат» – постоянный участник отраслевых выставок и форумов. Международный туристский в Сочи – не исключение. Цель – презентовать себя потенциальным гостям и новым партнерам. Кстати, «Фрегат», как один из лучших санаториев на курорте, участвовал в выездных презентациях Сочи для российских регионов. Итог – их жители теперь гости адлерского пансионата. А привлекают гостей не только демократичные цены. Тип санатория – семейный, номера любого класса. Плюс к услугам постояльцев – вся инфраструктура курортного городка, где и расположен «Фрегат». А это аквапарк, комплекс бассейнов, океанариум, дельфинарий, спортивный комплекс, парк аттракционов, кафе, рестораны, плюс свой медицинский центр. Для того, чтобы привлечь к себе отдыхающих, мы организовали, внедрили многие медицинские новые технологии, в том числе янтарные ванны, шунгитовые ванны. Это ноу-хау нашего главного врача. Планируем в этом году капсульную диагностику внедрить на базе технологий Израиля. Интересная процедура, она будет единственная. Из года в год пансионат продолжает работать над сервисом, повышая качество услуг. «Фрегат» сотрудничает с крупными туроператорами. Итог – почти 100% загрузка. Единовременно здесь могут отдыхать более 900 человек. Ну а сегодня прямо на выставке на стенде «Фрегата» были разыграны призы от здравницы. Помог провести розыгрыш гость пансионата, который приехал в Сочи из Бельгии. Я очень счастлив быть здесь. Поздравляю победителя розыгрыша. Я очень люблю приезжать в город Сочи. Мне здесь очень нравится. Думаю, надо приезжать сюда еще чаще. Я дарю вот такую коробку конфет, очень похожую на «Фрегат», и желаю хорошего плавания. Ну а уже в следующем году «Фрегат» отметит свое 50-летие. К этой дате здесь подготовят выставку о славной истории санатория. Инга Габейша, Ольга Десятова, Ирина Трусова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».